Собственно, я 5 лет работаю в киноиндустрии, 5 лет я занимаюсь кинообразованием, я езжу по кинофестивалям, у меня есть большой опыт в проведении образовательных программ, я была членом жюри на большом количестве фестивалей. Ну, как бы я вам не знакома, потому что вы не видели меня на больших афишах и на большом экране. Зато вы мне знакомы. Потому что вас я знаю очень хорошо. Вы тот потребитель киноконтента, который у нас в стране считается самым главным. Вы относитесь к той возрастной категории, которая должна ходить в кино. Вы относитесь по интересам к киноиндустрии очень хорошо. И, в принципе, вы тот человек, который должен ходить в кинотеатр. Но у меня теперь вопрос к вам. Так ли это? Ходите ли вы в кино и смотрите ли вы советские, российские, мировые, голливудские фильмы? Сколько раз вы ходите в кино в день, в месяц, в неделю? Вот просто сейчас какие-то выкрики немножко, чтобы вас раскачать, и поедем дальше. Сколько раз вы ходите в кино? 2 раза в месяц. Еще какие-то варианты? 6 раз в месяц. Отлично. Ну вот видите, кто-то справляется за всех, кто-то совсем где-то отсиживается. Ну что ж, я думаю, что это, в принципе, статистика такова и есть. Давайте посмотрим, почему она такова. Следующий слайд я включу вам. Я думаю, что несмотря на то, что вы ходите в кино, вы или не ходите в кино, вы с удовольствием смотрите советские фильмы. И вы можете не любить российское кино, но можете любить советское. Вы ходите несколько раз в год в баню 31 декабря, вы меняете профессию с Иваном Васильевичем несколько раз в год. Вы пускаетесь в приключения с Шуриком также несколько раз в год. И вы прекрасно знаете, что будет в том или ином фильме. Вы прекрасно знаете все диалоги. Вы очень любите эти сюжеты, но при этом вы продолжаете их смотреть. И таким образом я подкралась плавно к одной из самых главных проблем российского кинематографа. В нашем современном кино нет того персонажа, и нет тех сюжетов, и нет тех историй, которые бы мы хотели проживать раз за разом, просмотр за просмотром. И, к сожалению, в нашем современном кино мы не можем найти тех людей, которых мы ассоциировали бы с собой. Потому что наш кинематограф, он очень клиширован, он очень обычный, он неинтересный, и те герои, которых мы видим на большом экране, нам совершенно неинтересны. Почему это произошло? А произошло это потому, что наш российский кинематограф сейчас имеет всего лишь 20-летнюю историю. Почему, спросите вы у меня? Да потому что мы отлично развивались в начале 90-х и в начале 20 века. У нас были хорошие режиссеры, у нас были отличные истории, у нас было хорошее начало, у нас было кино немое, затем у нас было кино со звуком, затем у нас были в принципе интересные истории. После того, как мы научились снимать кино, наступила война, и война и кино были неразделимы. Кино, в принципе, стало той опорой, которая давала людям надежду, которая давала людям правильный настрой, которая внушала патриотизм. И затем у нас был «Железный занавес». «Железный занавес» дал нашему кино очень большую паузу и большой, ну, так скажем, пинок назад. Мы растеряли все, что у нас было, и мы начали снимать абсолютно неинтересные, неправдивые истории, потому что была, помимо всего, и цензура. И мы снимали то кино, которое хотел видеть, ну, как будто бы наш зритель. Но никто больше и никаких больше у нас приходов из зарубежной культуры, к сожалению, не было. Но самым главным минусом нашего кинематографа был, к сожалению, кризис 1998 года. В этот момент мы начали снимать самое простое, малобюджетное, неинтересное либо телекино, либо телесериалы, либо еще какой-то контент, который был, ну, мягко говоря, не похож на большой, хороший голливудский фильм. Мы испортили отношения со всеми нашими актерами. Мы испортили отношения с нашими режиссерами. Мы потеряли самое главное, что у нас было, это методику съемки кинопродукта. И с тех пор, с 98 года, мы начали снимать свое новое современное российское кино. Но что же произошло дальше? Наш современный кинематограф, в принципе, сейчас делает 5 основных мейджорных студий. Сегодня это студия, которая относится к Никите Михалкову, к Федору Бондарчуку, к Сергею Сельянову, к Сарику Андреасяну и к Тимуру Бекмамбетову. Именно 5 этих основных студий сегодня получают главные финансы, которые выделяются в нашей стране на производство кино и телеконтента. Именно эти 5 студий получают самую главную поддержку от кинотеатров.
именно эти 5 студий мы видим всегда. Больше, к сожалению, мы ничего не видим на нашем большом экране. Мы видим от этих 5 студий похожие друг на друга лица. Мы видим Никиту Козловского, который играет то зубного врача, то героя-любовника, то он спасает мир. Но это неинтересно, мы не верим ему. Мы видим в персонажах и в героях, к сожалению, тех людей, которых, опять же, мы не ассоциируем с собой. Либо это какой-то дурачок, либо это какой-нибудь пьяница-алкоголик, либо еще что-нибудь, ну, абсолютно отрицательное. Мы, может быть, понимаем, что это люди где-то существующие, но мы не хотим верить, что это мы такие, что это наша страна, собственно, такая. Но сейчас я озвучиваю вам самые главные проблемы современного российского кино. Но не задумывайтесь ли вы, что одной из этих проблем можете являться вы. Вы — те люди, которые должны ходить в кинотеатр. И вы — те люди, которые пропускаете мимо себя и мимо своих глаз и ушей независимое кино, которого на самом деле очень много в нашей стране. В России сейчас больше 300 маленьких продюсерских киностудий, маленьких-маленьких мейджорных студий, которые ничего не могут сделать с тем, чтобы, собственно, пробиться на большой экран. Они пытаются преодолеть огонь, воду, медные трубы. Они готовы дать вам новых персонажей. Они готовы дать вам новые идеи. Они готовы дать вам новые истории. Но вы, те люди, которые видите эти новые афиши, новых героев, новые имена, говорите им, ты тот же самый представитель российского киноискусства. Я тебе не верю. Ты не дашь мне ничего нового. Ты не дашь мне тот продукт, который я хочу увидеть. Ты не похож на Бэтмена против Супермена. Пойду-ка я лучше на него схожу и отдам ему деньги. И вот она главная проблема. Та главная проблема, которая не дает нашему независимому кино развиваться. И, к сожалению, наше независимое кино сегодня находится в том положении, что есть один режиссер, который находит деньги на свое кино. Он доказывает владельцу кинотеатра, что вы должны прийти туда и что вы окупите его затраты. Он преодолевает все закрытые двери. Он приходит на большой экран, но он не видит в зале вас. Со своей стороны я хочу сказать, что мы с моими друзьями открываем фонд по поддержке независимого кино, и мы постараемся доказать вам, что наше современное независимое кино вскоре будет еще лучше и еще интереснее, и вам правда захочется на него ходить. Оно будет активное, яркое, хорошее, и оно будет новой волной нового русского кино. Но помогите нам, пожалуйста, для этого. Приходите в кино, верьте в наш независимый кинематограф и, пожалуйста, дайте шанс нашему новому русскому кино. У меня вроде бы все. Давайте поаплодируем Марии Яблоковой.